Ну, хорошая игра с хорошим соперником, квалифицированным. Ну, обилие моментов было в первом тайме, скажем так, как-то какой-то необязательный гол пропустили в концовке, как-то не настрой, возможно, был как-то уже были в перерыве, что ли, либо что. Контратака и ближние пропустили. Во второй хорошо, что и в раздевалке поговорили между собой, что надо как-то как вот показать момент с Гродно, выйти совсем с другим настроем, с другой игрой. И благо вот там пенальти, ну не скажу, я не видел, я, скажем так, был уже в защите и вижу, сфалили на Денисе и какой-то там разногласие между собой. Но я почему-то верил, что там они договорятся в нашу положительную сторону и вот забили гол. Чуть-чуть еще, ну, было бы лучше, конечно, победить, но ничья, считаю, как-то такой закономерный результат для нас. Шахтер полностью, наверное, доминировал весь первый тайм. Тяжело ли было сдерживать? Ну, тяжело было, плюс, возможно, как-то ветер как-то сказался в нашу сторону дул, и как-то тяжело было выходить за счет длинной передачи. Плюс у них высокорослые центральные защитники, а у нас, как бы, Денис такой чуть-чуть пониже. А комбинировать как-то они и прессинговали, и ну, за счет этого они, наверное, как-то переиграли, и какие-то моменты были у них больше. А у нас, ну, как-то не клеилось, что ли. Во второй более раскрепостились, и какие-никакие моменты пошли. Стандартное положение, только вот не довелось довести до логического завершения.